Обновленную детскую площадку на Зеленой улице в поселке Летний отдых проинспектировал глава округа Андрей Иванов. Работы на объекте не закончены. Детские игровые комплексы уже установлены, однако осталось еще уложить резиновое покрытие. То есть работы были начаты в соответствии с графиком производства. Все мы начали вовремя, но вот жители захотели добавить часть оборудования. Мы его отдали в производство в срочном порядке. И сейчас оборудование будет готово. К концу недели мы уже приступим к монтажу. Андрей Иванов поинтересовался у жителей, всем ли они довольны в части благоустройства. По мнению активистов, не хватает только спортивных объектов для взрослых и подростков. Качели, конечно, хотелось, чтобы были как минимум турники, потому что турники стояли долгое время, их разноуровневые убрали. Да. Тут качались, были брусья, там было место под... Там пресс качать, кольцо было, но кольцо, сказали, уже не будут ставить. Ну, в общем, кольцо что-то было. Да. Да. Тут была зона вот эта полностью, она была спортивная. Глава муниципалитета дал указание подрядчикам учесть пожелания ребят. Пока еще нормальная погода. Мы ждали вас. Да, мы закончили. Хорошо, это все услышали. Я думаю, что мы с вами и найдем общий язык, и по итогам вместе будем открывать именно то, что вы хотели получить. В итоге во дворе появится много лавочек и будет добавлено освещение. К тому же на площадке можно будет находиться в любое время. Здесь уже установлено видеонаблюдение по программе «Безопасный регион». Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».